Я думаю, что в новых них есть уже по дефолту Android Africa. Нет, вот этот, который я подъезжаю брать, она не basic, но она и не вот этот вот. Нет, technology back. Нету navigation, but it's remote start, here it is. Android Africa нету? Нет. Стандартные модели, даже first package, который у меня, не имеет navigation. Мы тебе можем поставить. У меня телефон. А здесь у меня вообще телефона нету, но я знаю этот город. Это здесь время. И вон 7-11. А? Да. Там много чего. Давай купить это самое. Воду, стаканы. Ну это вот. Соки. Вот там. Соки нужно пить. Соки. Как я беру это? Что-то мы... Да. О. Вот, ребята, здесь можно сноуборд взять. Да. Ботинок, да? Да, не код. Мне нужно подождать. Вот у нас пришли, сейчас будем брать лыжи на прокат. Смотрите, ребята, это там, где можно взять лыжи на прокат. Все жмут, значит, она захудеть собирается. Вот. Ничего. Видео. Окей, окей. Отругался. Нельзя снимать. Ну, конечно, сама не ладно. Маленький совсем. В общем, хотела вам показать, но лучше расскажу. В общем, в Вермонте берешь лыжи на прокат или сноуборды на прокат, и они под тебя затачивают лыжи, а также подготавливают, и только потом ты можешь, получается, приехать примерить ботинки с лыжи, сноуборды, и только потом забрать, когда они это все обточат. В общем, я сейчас хотела показать, как они это все готовят, но мне не разрешили показать, отругали меня. Сегодня в Нью-Йорке плюс 18, а в Вермонте получается тоже очень жарко. А в Вермонте тоже жарко, только я не знаю, сколько градусов, но на солнце как лето, я сегодня даже вот загорать. В кофте хожу. Короче, отругал меня дяденька. Нельзя, оказывается, заходить и снимать там вот это их производство, когда они готовят лыжи и сноуборды. Завтра будем кататься. При этом, вы смотрите, сейчас вам покажу. Вот. Видите, вот семья. Все в футболках. На солнышке хорошо, жарко. В общем, хотела снять, показать, как готовят лыжи на прокат, но в итоге мне не разрешили. Вот сейчас сижу и жду ребят. Просто солнце светит так, что реально можно загореть. Вот сижу, загораю. А завтра вам покажу, как будем кататься. Даже не знаю, сегодня в Нью-Йорке плюс 18, а у нас здесь, в Вермонте, не знаю, мне кажется, плюс 10. Видите, я в кофте, вот, в футболке, в кофте, жарко. На солнце вообще в горах, а когда в горы дальше поднимаешься, там вообще жара. Спасибо за волосы. Да, сегодня я просто не уложилась. Поэтому сегодня вы меня видите, убранные они. Сегодня я не успела уложить. Их теперь надо укладывать феном. Вот. Как дела, когда в Москву? Не знаю, ребят. Даже не знаю, когда в Москву, не знаю, когда в Питер.
пока не собираюсь. Пока не собираюсь. Сегодня, значит, вот так получилось, что мы приехали в Вермонт. Вермонт находится где-то примерно 4-5 часов от Нью-Йорка. Вот, это Вермонт. 4,5-5 часов. Это ближайший горнолыжный курорт от Нью-Йорка. Приехали вчера ночью, сегодня хотели покататься, но пошел дождь. За счет этого мы, естественно, никуда не поехали. Вот взяли сейчас в прокат инвентарь, лыжи, сноуборды, нам все это подготовили. Завтра с утра уже поедем на гору и будем с горы. Вон с той горы, сейчас вам покажу. Видите, там вот за деревьями гора. Вот с той горы завтра будем кататься целый день. Ксюха, когда у тебя заканчивается виза? Виза у меня заканчивается... Визу мне дали на 3 года. Я ее делала в 2017 году. Американская виза мне давалась на 3 года, поэтому она 3 года у меня действует. В 2017 году я ее сделала, вот и посчитайте. Значит, получается, что в 2017 году сделала, в 2020 году она закончится. Это туристическая виза. Германия, привет! Завтра вам буду показывать, как я буду кататься с горы. Давно я не стояла на лыжах. Последний раз стояла, наверное, на лыжах 5 лет назад. Завтра мне придется очень сложно, потому что Латвия, привет! Привет, 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 привет всем! 5 лет не стояла на лыжах. Завтра вспомню молодость. Вот. Давно не каталась. Вермонт мне очень нравится. Он прям такой, знаете, чистый, чистый. Красивый такой горнолыжный курорт. Я говорю, мы вчера ехали 4 из Нью-Йорка. Это получается 4 часа, 4,5. Привет всем. Я вам уже рассказывала, что по туристической визе в Нью-Йорке можно находиться 30 дней. Поэтому я здесь на 30 дней так точно. Я уже здесь практически так. Уже практически 3 месяца. Да, 3. А осталось еще 3. По туристической визе. Вот. Поэтому вы его спрашиваете, я еще раз повторяюсь. По туристической визе вы можете находиться 30 дней. Если вы хотите менять статус, значит, вы меняете этот статус на рабочую визу. А вот, пошли наши сноуборды. Видите, в футболках вот. Да, Вермонт – это ближний курорт горнолыжный к Нью-Йорку. Но Вермонт большой. Мы ехали вчера, да, 4 часа, 4. 4, да. Ну, если все со всеми остановками, то да. 4. А, надо сфотографироваться, кстати. А? Подписать? Сейчас я с вами сфотографируюсь. Бай-бай, сейчас чуть попозже выйду.